Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы на аккаунте Артема, и сегодня у нас мега роллинг 9000 самов. Нестандартный роллинг. Находится он в гильдии Террор. Секунду, ребятушки. А в гильдии. Так. Гильдия Террор, босс 3, 17.00, битва гильдии четверг, воскресенье. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали смотреть аккаунт. Аккаунт у нас бездонатный. Ничего такого нет. Поехали посмотрим на героев. Что у нас по героям интересного. Бигфута нет. Лео нет. Космо. Триан, Трифит, Командора, Летяха. Свален, Махатма. Ну, короче, куча всего. Рогатка и все остальные. Сейчас мы по-любому выбьемся в Мейбу. Это однозначно. Ну, я просто вам сказал, что тут подкручено. Это мега трэш, ребят. Вот так вот землеройка Махатма подкручена называется. Поехали дальше. Надо еще имба. Смерть Сноу. Хранитель. Жесткий роллинг, да, ребят? Сейчас вы такие, блин, что за фигня? Открыть. Еще поздравляем, Махатмушка есть. Землеройка тоже есть. Вот такие две недостающих имбы. Но это, ребят, не все, как вы поняли. Потому что это победитель. Это третий победитель на Огника. И сейчас мы ему возьмем Огника. Как я и обещал. Так, что за фигня? Зачем мне на мой аккаунт Огник еще один? Опа! Включилась админ панель. У вас тоже, наверное, такое часто бывает. Так, окей, окей, спасибо, спасибо. Пожалуйста. В общем, бездонатный аккаунт стал симбой. Есть огник, нету шапки. Вот так вот. Чик-чик, поздравляю, у тебя есть, ну, скажем так, очень обалденный герой, достойный. Так, колесо удачи, сейчас посмотрим, что мы сможем тут вытащить. Чик-чик, получили плюхи. Да, роллинг, конечно, мне самому понравился, землеройка и Махатма. Так, парящий остров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, ничего себе, эмблему девятую. Сейчас посмотрим, что за эмблема. Это реально жестко. Смотрите, видите, огника достали. Бывают же чудеса. Так, отлично, получить. Блин, круто. Сейчас мы посмотрим, что там за девятая. Давайте откроем, мне достаточно места на складе. А так, чик, обалдеть. Девятая маскировка, ребят. Круто. Ну, а с вас, конечно же, по лайку. И не забывайте, идет конкурс на огников, продолжается еженеделька. На выходных, либо в следующий понедельник вы сможете получить тоже топового героя. Так, отлично, посмотрите, сколько мы всего вытащили. Это радует. Это не может не радовать. Там у нас уже кархи. Так, хорошо, события. Парящие разобрались. Поехали посмотрим, сколько у нас. Так, облик мы получили. Понятно, все, он даже скин не сможет прокачать. Мы тут размечтались уже о каких-то талантах. 55 коробок. Обалдеть.
Самое главное, что мы ему достали три таких неплохих героя. Сейчас мы продолжим трэш. Сейчас мы посмотрим. Вот землерой, Махатма и Огник. Супер. Еще плюс коробочек нормально. Оу, щит. Отлично. Ремочка, ребятушки. Это была ремочка. Что у него тут интересного на рема? У него тут нормально рема, кстати, уже есть. Сделаем вот так вот. Чик. Дэшка, ничего себе. А жесткий тип. Так, на Атланта тоже надо ремка. Чик. Ну что, как вам, ребятушки? Ну, неплохой ак. Баст. Ладно, давайте. Сейчас пооткрываем еще талантики ему. Поехали. Чик, 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 чик. Бог Рома, укротитель. Бигфутика бы нам. Фрэнки. Одер. Тыква. Ну, что-то как-то так себе фараон. Ну, давай, Бугимен. Бугимен у него есть. А вот Фрэнки сейчас посмотрим. И Фрэнки у него есть. Вот так вот. Ну, в принципе, это все фигня. Самое главное, у него есть обалденный герой уже. Так, интересно, интересно. Нам талантик для тыковки нужен. И не только для тыковки. Ебой! Вот так вот, ребята, ремочки ролятся. Отлично. Грубая сила. Кому мы влепим грубую силу? Можно пока временно даже. Не, ее надо сразу же по назначению использовать. Тут просто... Ну, это не то, не то. Дрейк. Ущет. Ущет. Тыковка. Ну, здравствуй, тыковка. Ну, хоть такая пока. Так, ожог. Ронин, 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 Ронин. Ебой, Ронин уже с ожогом. Чё, как вам, ребятушки? Бехрлёва. Ставим. Сразу же Бехрлёва. Нам сразу музыку обрубили. Представляете? Какая подстава. Так, второй победитель нам так и не ответил, к сожалению, еще. Еще воодушевление. Блин, круто. Где там Афинка? Блин, ну тут ремка есть. Воодушку ей лепить, ну, бессмысленно. С таких героев кому можно еще воодушку влепить? С автопрокеров, чтобы было интересно. А тут у него таких особо много и нету. Поставим Хрону. Может, когда-то он будет его использовать, такого посмотрим. Орка. Ущет, баст. Отлично. Отличненько. Ну, пока поставлю сюда. Как вариант, Махатма, да. Замедление. Здравствуй, укротитель. Берс. Чисто для силы.
Каменка. Коменка, Коменка, Коменка. А, и у него вот это второй укротитель. Печально. И поставим. Пока сюда. Просто изи. Просто изи, ребятушки. Так, Афинка есть. Анубису зачем ремка, не знаю. Наверное, на по локации использовать будет. Пусть будет. У него дерева, кстати, нету. Самое интересное. Так, блин, эта ремка, конечно, классная. Что, поставим пока на землеройку. На PvP локации ему оно зайдет очень даже. Так, еще один ожог. Расколчик, отлично. Это у нас идет вот сюда. Ожива. Ожива. Блин, у него скинов много нет, поэтому кому-то особо ставить тоже неохота. Ладно, пока оставлю. Оставим, пусть себе сам уже поопределяется потом. Что там у нас еще есть? Мы повытаскивали немножко коробочек. Ай, блин. О, вот оно. Вот оно что. Так, тут отлично, отлично. Ухранитель леса. Нафиг не нужен на нем. Классная чарка, но это получше будет. Тамплиер, в принципе, у него тут особо и некому ставить. Видите? Зато у него будет на будущее коробочки. Так, это вроде еще и не все. Сегодня есть пакет накопления. В общем, забираем так, забираем вот так. Еще по плюс 30, ребят, отлично. Посмотрите, сколько плюх. И вот так вот. Плюс 800. И вот так вот еще забрали. Короче, вот такие вот дела, ребят. Еще чарок. Сейчас вытащим. Ну, с вас, конечно же, лайки. В общем, поздравляем победителя. Ему реально очень обалденно сегодня повезло. Сейчас мы даже некоторым попрокачиваем. Получить все. Отлично. Даже не все не смогли забрать еще. Нету самоцветов. Накачали, называется аккаунт. Да блин, самое интересное не можем позабирать, ну. Грац, у тебя теперь топовая тыковка. Ну, конечно, исцеление. Ну, оно, думаю, выпадет по-любому. Тоже можно докачать. Тут на 800 можно докачать многим героям. Смотрите, что делается. Ну, как вам такой трэш, ребят? Давайте, знаете, что оставим? Давайте Афинку качнем. Тоже сразу же десяточку делаем. Тут десяточка нужна будет. Ну, он многим героям, с его героями он многим сможет. Вот теперь ему будет намного проще играть. Так, кому такому еще интересному тут надо здесь смотреть. Фрея однозначно. Да, без топовой Фреи. Так, ну Фрэнки может Ирину подождать.
Это однозначно на максимум. Так, с Ронин качать нету смысла. Финка. Блин, тут укротитель, конечно, не тот, который надо. Тут однозначно на архидемона сможет хоть немножко кулаки нормально получать. Хрон. То же самое. Атлант. То же самое для древних. Такс, давайте так пойдем. Купидон. Ну, этого купидончика сделаем. Десяточкой, по-любому у него там ремка еще выпадет. Ара. Ну, он, если будет им пользоваться, качнет. Так, эту подружку тоже качаем. Дрейк. Ну, Дрейк, если он будет использовать, у него качнет. Куча паладинов, не знаю для чего у него. Так, Атланты. Купидоны, Кенди. Валька он вряд ли будет использовать. Ну вот, вроде с таких героев мы все, что можно было, качнули. Интересно, это он потом пооткрывает. Давайте попробуем. А что мы тут попробуем? Тут куча всего. В общем, плюхи он уже, думаю, сам пооткрывает. Или давайте уже добьем то, что можно. Это можно и на какашки продать. В принципе, какашки он и так получит для прокачки. Но в любом случае уже будет намного легче все качать. Открываем еще чарочки, посмотрим, что ему чарок выпадет. Недостаточно места на складе, вот так вот. Так, это мы скины получили, отлично. Ну, давайте хоть так посмотрим. Так, поле, очищение. Ну, в принципе. Остальное он сам откроет. Будет ему хоть какой-то сюрприз. Все, пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.